Всем-всем доброго-доброго вечера. Тут вот такая милота спать притутулилась. Да? Феечка, всем спокойной ночи желаешь. Вот они тут с шейхонькой, можно сказать, в обнимку. Прям обнимашки. Вот она, девочка. А ушко у кого загнуто? Ей все равно. Скажи, всем спокойной ночи желаю и ухожу почивать. А шейхун наносился, набегался. Даже он не шелохнется. А нет, пузико-то он, когда начинаешь гладить, так сразу же подставляет пузеньку свою, пузёшку свою подставляет и грудёшку. Да? А Вигуська у нас тут где прячется? Новое любимое место Вигуськина. Сейчас я вам покажу. Вигусёнок, пожелаю всем спокойной ночи. Да, похрюкает, вот так вот хвостиком даже чуть-чуть. Все, скажи, я тоже устала, нашла уединенное местечко себе. Да, хорошее уединенное местечко. Понравилось оно тебе. Ой, всем хочется и уединиться иногда, да? Скажи, чтобы меня никто не нашел и никто не беспокоил. Тоже Вигусинка желает вам всем спокойной ноченьки. А Лялюшка? Где наша Лялюшка? Ой, какой пузиуль, пузиуль. Че, обратно тебе игрушку положить? О, тихрюкалка маленькая. Так, где она наша Лялюшка? Лялюшенька. Вот она наша девчоночка. Не спит, думает, то ли к детям идти, то ли не идти. Да, тут живой холмик. Тут у нас милашка. Маленькая милочка. Спицульки уже под диван залезли на свои любимые местечки. Да? А, Вита тоже забалдела, говорит, тоже спать все надо. Тоже возле шейха. Скажи, он тепленький, большой, тепленький, на него облокотиться так можно. Давай, пузику твой, вот так вот. А мы тоже всем желаем спокойной ночи, сладких-сладких снов. Давай ушко-то поправь. Вот таких вот сладких, как у фейки у нашей, да? И пусть приснится обязательно что-нибудь приятное-приятное. Хорошее-хорошее. И прощаемся до завтра, наши дорогие.